Ой, кошмар. Эй, стоять! Так, стоять! А кто за это будет платить? Вы понимаете, что я очень спешу. В воскресенье. Ты мне должна. И где твое место, определю я сам. Я ваша новая патронажная сестра. Ты? Я из-за тебя сижу в этом кресле. Из-за тебя я стал инвалидом. Я должна выполнять свою работу. Хочешь ты этого или нет? Приступим. К чему? Нормально? Холодно! Руки! Отстань от меня! У тебя ноги в порядке. У тебя в мозгах не порядок. Хватит уже! Трудная дорога, которую можно пройти только вдвоем. Отпусти меня. Я не могу. Почему? Потому что если я тебя отпущу, то я упаду. Мне с вами по пути. В воскресенье в 14:55 на канале «Россия».